Всем привет! Мы гуляем в стороне Ряхова. Леса, поля, трактора. В Веретьево, наверное, не пойдем. Мы увидели наконец-то Макса с Наташкой. Вам отдельный привет уже из видео. Мы сделаем ставочку, как они праздновали второе место по области Ряхова. Заняла в каком-то там конкурсе деревьев. Самое красивое. Вот. Ладно, а мы в лес. И все-таки мы отмечаем праздник. И праздник, посвященный чему? Второе место по области за самую красивую деревню. Ура! Ура! И, конечно, здесь еще и диплом. Это вручается всегда. Обычно это проходит как бы во Владимире, где клуб большой и так далее. Поздравление идет. Поздравление жителям села и поздравление вот старости. То есть и мне. Ура! И я хочу напомнить, что это у нас еще было второе место. Это было в 2021 году. Я думаю, что вот эти два вторых нам стоит заменить на какое? Первое! Молодцы! Будем! Еще раз. Будем! Готовы! Готовы на первое! Все! Самое село будет еще красивее! Спасибо. Еще бы церковь нам остановить. Да. А да. Церковь, все понятно. Значит, объясняю, что у нас систематически проходят субботники по уборке, как бы благоустройства этой церкви. Нашлись у нас маленькие такие спонсоры, которые, так сказать, материалом помогают. Помогали они и жителями своей деревни там вот. Во Владимире. Приехало 17 человек, где мы очень плодотворно поработали. И я думаю, что в наших силах по благоустройству я на восстановление не готова, потому что это очень большие деньги. Я сейчас делаю смету именно по крышам, потому что начинается ремонт церкви с крыши. Значит, крыша вот Святой Параскевы пока берем, и алтарь, чтобы это загородить, и чтобы оно не разрушилось. Подвал мы весь раскопали. Ничего там хорошего не было? Хорошее было, два креста, очень большие, надежные такие, чугунные, чувствуется с медью. Отдали их на реставрацию, потому что это один крест точно с алтаря, это уже 100%, батюшка уже тоже посмотрел. И решили как бы их реставрировать. Реставрируют их вот наши спонсоры, потому что реставрация крестов очень дорогая. Валь, а нельзя, например, чтобы мы, вот все жители, ну кто сколько может? Мы прошли и внесем. Пожалуйста. Дайте клич этому. Хорошо. Уже был клич. Мы уже собрали на... Валентина, держи сразу, пока... Значит так, мы уже собрали 29 350 рублей. То есть жители, когда приходят, у нас батюшка ведет службу, и жители, кто сколько может, кто 500 рублей, кто 300, неважно, неважная сумма. Важно то, что у нас уже стройматериал, кирпич есть, песок есть, значит, доски на... А палубку есть у меня, я отдаю их, Звёзды поэтому есть. Остается только люди, чтобы можно было работать. Или нанимать, или все-таки своими силами. Но я считаю, что пока можно своими силами. Сан Саныч, огромное спасибо, потому что батюшка, кто вносит деньги, батюшка читает каждый раз за здравие этих людей. С удовольствием. Я делаю протокол. У меня сразу фамилия, имя, отчество и сумма.
Можете в любое время проверить. Да, ну. В любое время. Мы знаем. Это не... Ну, вы знаете, мы и газ проводили, и что только не делали. По два раза Жукова с этой, как ее, с Мутяговой. Да. Тот, кто и не проводился. Деньги собирали. Спящих брали, а что ну, постели спящих. Ну, вы смотрите, за столько времени, я говорю всегда, мне пора, конечно, уже на покой, надо кого-то уложить. Стареешь сразу. Не лишаем слова. Лишаем слова. Да, лишаем слова. Валь, ты сейчас в хронусе. Ты что будешь делать? Конечно. Я очень рада, что мы собрались вот таким количеством, потому что у нас еще, ну, кто-то ходит, кто-то не приходит, но мы за это время провели очень большую, огромную работу. У нас в начале села Поклонный Крест. У нас огорожено кладбище. Оно отмежевано. Это то, земля уже принадлежит именно кладбищу. Мы провели газ за собственные средства. Нам никто не вернул деньги. Мы все. Но зато в этом году, в ноябре месяце, 14 числа, нам исполняется 10 лет газовой коммуникации. Как быстро! В декабре будет всего 2 года. В ноябре 14 числа. Да, за это надо выпить. Да, а за это надо выпить. Наливай! Я всегда, девчонки, Царькову ты даешь. Я всегда помню, как нас мы с Мутяговой собирали деньги. Все сдавали. Если кто-то хочет реально поучаствовать в восстановлении вот этой церкви, то я специально для вас узнаю, кому надо переводить деньги. Мы идем гулять вон в те леса. Здесь у нас он трактор, поле пашет. Может быть, мы дошли бы до Веретьева, но вряд ли. Да просто. Теперь даже пофотографироваться не на что. Все, мы подходим к Оленьему острову. Я потом приложу карту, как мы гуляли по этому лесу. Точнее, карту. Полоску. Карта же не показывает. Да, это все ворота. Просто дорога заросла. Закрыли. Че, намертво? Не заварили? Да. Ну, есть план Б. Ну, вон, ему так тут поздно. Да. Ну, с другой стороны, одежду, конечно, пачкать не очень хочется. Ну, че ж ты сделать, да? Да не, они намертво тут все решили заделать. Да нет, здесь не заварим. А, вот они где заварили. А. Ну, потому что этим воротами никто не пользуется, никакого КПП здесь нет, поэтому их и просто заделали намертво. Да он их видел, у меня, наверное, видел. Или они видели, вот они их и заделали. Да, 14-й ворот. Ну-ка. Сварщик, иди оцени швы. Где? Вот, прихватки, говно же. Тут
эти? Да. Да не, добротные как раз таки. Не, ну был бы у нас типа лома, могли бы оторвать. Ну вот я об этом и говорю. Блин, и стасовский подарок дома лежит. Ладно, туши. Что тут сказать-то? Я не знаю даже. Ну чё? Штаны разорвёшь. Здесь проволока закрученная. А. И если перелазит, ты по-любому зацепишься. Блин, а до следующих ворот далеко. Обходить не хочется. Не, ну в теории, даже не в теории, а на практике здесь перелезть спокойно можно. Но надо осторожно. Просто неохота. Надо как в кино в американском, когда они куртку на колючку кидают, чтобы не зацепиться. Вот такие эти, и они торчат. Вот эти вот там вот скрутки сверху. А-а-а. Честно, мне просто лень. Легче под этим пролезть в натуре. Но тут придется немножко попачкать одежду все равно. А может попачкаться-то не придется. Ну руки тогда попачкать. Не, блядь, испачкаешься. Я что и говорю, придется попачкать. Не, я не полезу, я пачкаться не собирался. Нет, тут не пролезешь, слишком узко. Вот, видишь, вот, да. А это даже, кстати, закрученная гладка. Вот там такие же. Я понял. Ну, значит, вариантов особо и нет. Ну, я тебе говорю, мне лень просто лезть. Я спокойно перелезу. Причем это, ну... Да я понял, понял. Всяких этих, и ты перелезешь. Просто неохота. Ну, короче... Сделали как антигетеросексуалисты. Ну, короче, нет смысла, да? По крайней мере, вот на эту ближайшую нет. Ну, вот и я так же думаю. Ну, перелезть-то легко, сам видишь. О, я вижу. Вот даже я-то не спокойно, и то залез. Ну, да. Просто ты, когда будешь перелазить, ты будешь сидеть как раз... Между ног на этой хуйне. Ты штаны порвешь из-за этого. Да, я понял. Куда тут жучки? А? Ой, тут очень много жучков, кстати. Жучки? Да, я некоторых подаю ключами. Ну ничего страшного, они переживут. Ну, да, следующая реинкарнация. Ну что, слезай тогда. Да я вот как раз таки думал перелезть сейчас немножко посмотреть округу. И назад вернуться, или же просто слезть. Ну сам смотри. Нам просто херово надо туда. Поэтому мы тут стоим и думаем. Да, если бы нам реально надо было, мы бы уже там были, на той стороне. Да, потому что что, нам одежда, когда она нам мешала, начнем. Да. Да, я только. Ну вот, я тебе об этом. Ну, да. Это самое сложное, да. Потому что ты должен сидеть. Ты должен сейчас ногу поставить, да, да, назад. Ты сейчас ставишь ногу назад. Это вот можно сказать... Опа, а я тебе говорю, ты за эту херню зацепишься. Ну все, я на лестнице. А дальше как на лестнице. Ну что, штаны целые? Сейчас, погоди. Там вот что зацепилось. Где? Все. Да ты за это просто зацепил. Штаны все целые. Да, все целые. Ну и все тогда. Во. Уж 100 лет не лазил. Редкие кадры. Да?
Все, нормально вышло. Конечно. Осторожно, у тебя там, да, еще чуть-чуть. Я вижу. Все, слази. Ну все. И раз уж мы теперь здесь, значит остается только делать то, зачем все туда пришли. Правильно? Нормально, нормально. Немножко он только белой белизны у тебя на кармане. Вот. Да хуй с ним. Короче, все, нормально. Подожди. Да. Да пофиг, это потом еще дома, у нас щетка есть, потрем. Правильно? А это не от этого, это когда там лазил. А, ну тем более. Ну все равно сотрется. Вырубай. Сваливаем, что-то едем. Так, мы тут экстренное включение, потому что мы бежим нахуй. Все, текаем в ужасе. И вот я проткнул об эту проволоку. Ну ничего страшного. Да нет, пофигу. Заживет. Я-то как раз таки наоборот смог аккуратно безо всего этого протыкать. Я просто ни к чему этому, ну, как бы не настроен был. Ну, я понял. Мы перелезли. Чисто из-за того, что уже надоело там стоять. Да. И думать, что это стоит. Кстати, есть шанс вместо... Говорю, у нас есть шанс, зато раз уж мы сюда прилезли, тут березняк, может, чагу найдем. Ну, может, он уже и нашли. Кстати, вон та, да. Только маленькая. Да нам хоть какую-то, хоть мы и прошлую еще не выпили. Чага. Ну, высоковато немножко. Ну, да. Ну, будем или фиг с ней уж. Да куда? Ну, тоже я. Там вот такая колобаха у меня, ну, на 7 да, килограмм была. Короче, ладно. Ладно, пойдем просто походим. А так я что могу сказать? Я не был готов к таким мероприятиям. Я поэтому без перчаток. Ну а палец проткнул, как говорится, по-детски как-то. Даже не ожидал. Я даже до нее не достал, только чик уже оделся. И не заметил как. Самое главное, что мы в Оленьем острове. И как говорит наш друг Давид, мы вернулись, а охрана уволена. Зацените, как расколот камень. Интересно, чем его так расплющило. Он так гладенько расколот. Да. Ну что? Не знаю, пока идем в ту сторону куда. Но мы сейчас мимо КПП пройдем. Здесь у них очередная какая-то вырубка была, непонятно для чего. Домика, как видите, охотничьего нет. Да все может быть, Серег. У меня на телефоне пока работает только вот эта камера. Я уже наоборот не переключаю. Да, фронталка временно недоступна. Здесь лес камней. Мне почему это... Местность нравится. Их очень много здесь. Я вот здесь не был ни разу в этой части. Я даже не могу понять, что за поле. И мне сейчас очень интересно. Да, вот хотел сказать, и где забор? Тихо. Ты слышал? Что-то как будто выло где-то. Да. Оленей нет, да? Опа, он где-то вон, здесь. Вон они. Где? Вот ты сейчас на них стой. Правее. Вон, видишь, коричневые пятна большие. Вот ты сейчас должен ровно на них смотреть. Да. Это и палка. Вот торчащая палка за ним, видишь, вон там просто. Стоит. На нас уже обратили внимание, который самый рогатый. Вон он стоит. Вижу. Да ё-моё, резкость, давай наводись. Вон, да. Вон оленяка орёт. Заметили. Вот тебе. Я думаю, знаешь что, уходим по-тихой. Нет, я рисковать не буду. Я имею в виду... Единственный момент, если он побежит, как я тебя учил,
вокруг дерева придется бегать вот так относительно него. Да. Слушай, ну одиночный олень обычно боится. Он не одиночный как раз таки. Их там целая семья. Ну тогда ладно, уходим. И именно вот этот самый рогатый. Да я понял, я сейчас на него еще раз резкость наведу. Там если увидишь другие пятна, то поймешь о чем. Ну вот он стоит. Да, вот поймешь. Боевой олень пасет нас. Ну да, чага. Но она, видишь, в разной этой. Не, я могу, конечно, отбить кусок. Нам небольшой. Я мачете брал с собой. Ну а с другой стороны, надо ли? Я встаю, смотри. Кто там встал? Самый рогатый сейчас чуть-чуть левее и сливается на фоне с холмиком. Что на поле стоит, левее от него. А, вон маленький побежал. Ну все, вопрос там закрылся, они обоссали. Вот они. Да. Ну и все, пусть уходят. Да. Смотри, вон там человек кобыла очень близко к земле. Видишь, уберете? Сейчас вон, посмотрим. Вон, видишь, она, у тебя... она у меня в кадре. Можем сейчас расширить. Ну что, боевой тоже убежал с ними? Да, боевой с ними бежит. А вот последний кто-то бежит. Последний, это просто зевака какой-то. А, это как всегда, который еблан, который ел траву и не видел, как его кинули. Два даже. Один, кстати, какой-то маленький был. Это не чага. Это просто народ. Это либо мегамозг, либо жопа. Жопа березы. Выглядит примерно так. Да. Ну что, идем? А? А что тут делать-то? Эти убежали. Пойдем. Мы ж просто погулять вышли. Мы идем на выход из Оленьего острова со стороны. Ну как сказать, со стороны. Это, конечно, далеко от Рябиновки, но за спиной, если идти туда, там будет Рябиновка. Вот. Вроде вон впереди ворота. Мы еще пока не уверены. Сейчас посмотрим. А то, может, через них выйдем. Если они не заварены. Все, у меня вопросов нет. По той лесозаготовке сзади меня. У меня, как говорится, есть достоверная информация, что какие-то два брата берут здесь лес. Вот. А мы сейчас проверяем нашу версию событий. И версия событий заварена. Вот так вот. Ладно. И придется нам идти туда. Мы уже приближаемся к Ряховскому КПП. Мы решили выдвигаться домой. Здесь ничего толком мы не видели. Ну, прогулялись просто. Так показать, посмотреть нашим товарищам, кто любит смотреть, что в лесу стало холоднее сейчас. Вот сами видите, ничего тут такого нету. Здесь в основном один березняк. Да и уже сейчас солнце совсем зайдет, снимать будет хуже. Серега у меня тут бродит вон там, чуть подальше. Да, оленей нам попалось немного. Вон опять чага небольшая, но я ее тоже брать не буду. У меня дома есть. Вон КПП стоит. Мы уже почти близко. Сейчас мы идем к КПП и посмотрим, насколько здесь всем похуй или нет. Я Сереге позвоню. Здравствуйте. А дорога не разъезжена, без грязи. Пройдем мы? Нормально, да. У вас сейчас как, через калитку или через ворота? Через ворота. Ага.
Я просто помню, нас тоже в тот раз пускали через эти. Опа. Так, Серега, проходим. Закроешь назад. Эту только подними вот. Все. Не-не-не-не-не. У тебя вот попало. А, из-за этих вытащил. А? Да. Да все нормально. До свидания. Все. Мы идем в сторону Ряхова. Сейчас за нами приедет Серега. И мы успешно после нашей прогулки пойдем в Пятерочку, да? Я, кстати, в Пятерку начал ходить снова. Я не ходил к ним после всех этих. Это ужин на ходу. У нас дождик капает какой-то мелкий. Очень. Его почти нет. Тихо. Зато его слышно. А, ну вон вся основная туча пока что справа. Да. Ну ладно. Я надеюсь, мы успеем не промокнуть. И Серега как раз приедет. Тоже хомячу. Одна на двоих, да, была? Ну да. Вообще красота. Надо было давно сюда приехать. И сразу настроение поднялось. Я разговаривал еще с одним Серегой. Он говорит, мне говорит, вообще наоборот этот лес не нравится. Ему нравится наш Камешковский. Вот. Он говорит, что раньше мне, точнее, он мне рассказал, что раньше от Камешкова дорога была где-то прямая через лес до Дюкового Бора. Всего 13 километров с чем-то, он мне говорил. А все заросло. Теперь туда попасть вообще практически невозможно. Так что теперь мы знаем только дороги через Оленьий остров. Больше никаких. И это куда больше, чем 13 километров. 13 километров мы просто прошли пешком и даже не заметили. Вот. Ладно. Что-нибудь в Ряхово еще поснимаем. Ну вот, слышь. Я говорю, спроси у Хасана или у Андрея. Лучше Андрея, наверное. Дамы и господа, пошел дождь. А, ну вот, как раз вот эту тучку справа пригнал. Вот сейчас нам придется прятаться у кого-то в Ряхово. Но это я шучу, мы сейчас где-нибудь зашкиримся. Да мы в магазине том же можем зашкириться. А магазин закрыт, он закрывается чуть ли не в 3 часа дня здесь. Точно. Так что облом. Это для Стаса, да, часть. Суть какая? Мы с тобой вчера поговорили про ИИ и телефоны, да? Сегодня у меня не работает камера на телефоне. То есть можно сказать, работает все, кроме фронталки. Вчера последнее я Давиду отправил кружочек, и все. Вечером все четко у меня работало. Встаю утром, ничего не делал, телефон стоял тупо на зарядке, загружал с него видос на YouTube.
И что? Сейчас едем в Ряхово, и тишина. Ничего не работает. Самое главное, что заглючило, как будто тач. Но остальное-то все пашет. На телеге печатаешь, все нормально, все уходит, все. Все, кроме камер. Вот такие дела. И самое главное, я это обнаружил, потому что я тебе собрался отправить кругляк, что типа мы погнали в Ряхово, может быть, дойдем до Веретьева. И вот тебе на. Вот хорошо, что у меня несколько, да, телефонов. А то бы мне даже видео сегодня записать не с чего было. Я даже не могу понять причину. Серега, он говорит, надо нести на диагностику. А когда мне нести на диагностику, если я днями и ночами никуда не могу выйти? Че, я считай, в 5 встал, уехал, потом на работу, потом приехал, уже все везде закрыто. Мне ремонтировать его некогда. Вероятность, что я куда-то выберусь средь недели, вообще равна нулю. Вот и получается, видео должно было быть совсем про другое, но получилось про сломанный телефон. Вот и думай насчет обновлений. Не, телефон точно не обновлялся, потому что я отключил автообновление. И вот можно сказать, только у меня появился нормальный зум, нормальная цифровая это. И как всегда, о чем я и говорил ранее, все пошло по пизде, по непонятной мне причине. Ну, может, он, конечно, реанимируется, но не могу вообще теперь ничего сказать, на что я пока буду снимать. А так как мне пока не до новых телефонов или камер, я не буду ничего покупать и не буду залезать ни в какие кредиты. Даже в такие мелочные. Мне это просто нахер не надо. Я постоянно смотрю на таких кредитных людей. И, в общем, я им не завидую. Вот такие дела. Ждем, когда крипта подорожает. Может быть, тогда я себе куплю какую-то хорошую камеру или хороший телефон.